Сейчас придут внуки, я их съем. Придет папа и дочка, я их съем. Они такие вкусные. Ножки, ручки оторву и съем. Ариша! Этот дедушка хочет нас съесть. Пока он спит, надо свалить отсюда. Он тут нас нарисовал и кружкой облил. Да, смотри, это он мечтает о том, чтобы нас съесть. Да. Злой старый дед. Давай попрыгаем на нем. Пока... Нет, ты его разбудишь. Не делай этого, Ариша, не делай. Бежим скорей. Он очнулся и идет за мной. Ой. Ой-ой-ой. Очень-ой-ой-ой. Он меня догоняет быстро. Сейчас будет меня есть. Нет, он мне клюкой в глаз. Я бегу. Все, дедок. Уйду я от тебя. Так, он здесь потерял. Через воду нельзя наступать? Нет, нельзя. Хорошо, не буду наступать в воду. Все, я бегу, его нету. А, есть, он есть. Но он, кстати, по воде ходит, ему все равно. Видимо, это его слюни здесь разлились. Да, иди сюда, и он остановится. Он остановится прямо здесь? Да. Бе-бе-бе-бе-бе. Не знаю. О, бе-бе-бе. Глазастые, у него глаза вылезли туда. Ладно, пойдем, куда, вниз или вверх? Вниз не идется, только вверх. Вверх. Пойдем, смотри, он сам себе здесь фотки наделал. И вот еще фотку он себе сделал. Он волосы в носу фотал. Фу, фу. А здесь он фотал себе глаз. Так, а что здесь у нас? О, здесь какие-то зеленые кактусы или что это? Это деревья, это брокколи. А, брокколи на вилочках. Да, это мы на кухне, у нас готовка челлендж. Ой, ой-ой-ой, я застряла. Отстревай. Не могу. О, отстряла. Отлично. Так. А, здесь даже отмечены зоны, где они летят. Отлично, спокойно проходишь и не паникуешь. Оп, папа, подожди меня, я паникую. Не паникуй, дочка, давай. Ура, я прошла. Молодец. Пошли дальше. Пойдем. Так, здесь... Ай, не толкайся. Здесь, получается, мы сквозь друг друга не проходим. Да, значит, я впереди. Здесь надо быть аккуратнее, потому что могут толкнуть и можно погибнуть. Так, труба состыковалась. А, здесь хитро надо. Встала на трубу и ничего не делай. А, нет, надо что-то делать. Крутись. Не крутись. Бегу, 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 бегу. Есть! Я прошел. Жду тебя. Хорошо. Да ты что, мимо-то прыгнула? Я нечаянно. Давай, 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 Ришка. Есть, получилось. В самый последний момент, главное, не погибни. А здесь какой-то кухонный комбайн. Здесь падают постоянно овощи. Ой. Ой. Вместе развалились, ты по моей комбинации пошел. Да, я упал за тобой. Давай посмотрю, как ты погибнешь, потом я. О, перепрыгивается. Интересно. О-о-о-о-ху! Разгон. Интересное кино. Папа, что? А попробуй еду. Не хочу, вдруг я погибну. Не, не погибнешь. Сейчас проверю, вот брокколи пришла. Она твердая, она просто твердая. Но очень вкусная была. Помидорку съем, ням-ням-ням-ням-ням. О, все, у меня в животе. Пока Ришка проходит этот раунд, у тебя есть возможность. Невероятная брокколи прилетела. Возможность съесть, ой, поставить лайк за 5 секунд. 1, 2, 3. Ты успел поставить? Еще Ариша не пришла. 4, она уже идет. Успей поставить, она вон она. Ой, 5. Меня развалило. Успел, молодец. Успела, молодец. Успели, молодцы. Аришка, тут уже все лайк поставили, ты где? А меня это капуста развалила белая. Да ты чё? Да. Здесь даже такое есть. Да, попробуй белую капусту. А морковка меня, кстати, подбросила. Я вижу, за тобой охотится помидор. Есть! Победа! Ура! Прошла! Смотри, тут дедовские челюсти. Да, бабкины, а что тапки. Их так много? Ну, у него запасные просто. О, интересненько. Буду идти за тобой, чтобы нечаянно не столкнуться. Что? Он проснулся и посмотрел на меня. Еще раз проснулся и посмотрел на меня. Фух. Давай, папа, я тебя жду. Я тут. Попробуй дотронуться до одежды. О, слушай, здесь ты была, что ли? Нет. Вещи разбросаны. Это... У меня нету таких зеленых носков. Это очень похоже на тебя. Сама фишка разбрасывания вещей по всей комнате, по всей квартире и даже где-нибудь не в квартире. Это твоя фишка. Мия. Да-да, мама может подтвердить. Мия. Ребята, кстати, если вы не знаете, мама недавно снялась у нас с видео 12 замков папа и дочки. Мама с дочкой проходят игру. Обязательно посмотрите, если вы еще не смотрели. Папа, я тебя уже жду. Жди, жди, я иду. Я тут рекламировал, как играли вы с мамой в 12 замков. Да.
О, здесь надо нажать рычаг. Эх, когда трубы будут? И перепрыгнуть. А! Ух! Есть! Я прошел, отлично. А что здесь? Ух ты! Ух ты! Ух, зиплайн! Зиплайн был, ничего себе! Оп! Оп! О, что? Иди наверх, я туда. А, здесь доски. Надо брать доски. Опа, я угадала. Да, ты хотела трубы, но будут доски. Да. И здесь система обыкновенная. Проходишь, хватаешь доску обратно. Давай с досками дальше проходи. Давай, давай, челлендж, идем с досками, как мы любим. Никто так не делает, а мы делаем. Так, взял доску. Здесь вообще по трубе пройду. Здесь поставлю. Бумс, прошел. По воздуху, наверное, он... Опа! Я у него доску вырвал из-под ног. Правда, он мою все равно не видит. Тэкс, я так вот спокойно прошел. Ребятки, смотрите, тут хитрый способ. Ставишь доску, запрыгиваешь и спокойно идешь. Безопасно. А мне это легко очень. Ты с доской? Да. Если ты нечаянно упадешь вниз, там кислота. А в кислоте доска. Доска протухнет. А я иду дальше. Ты уже до верха долезла? Да. Молодец, и я долез до верха. Что дальше происходит? Ты первый. Что происходит дальше? Катись первый, я не хочу свою доску. Катись колбаской, папа! Я колбаса! Я колбаса! Я колбаса! Я долетел. Опа, прикольно. Пыдыш! Ты с доской? Да. Прикольно, мы с досками. Тэнкс. А здесь беготня. Здесь... Ой, сам давай. Здесь доску очень легко потерять, ребята. Сейчас сначала надо ее положить и съесть печеньку. Да, я ее тоже положу сюда. О, я вырос. Папа, ты меня пнул. С доской? Нет, без доски. Ну, слава богу. Ты отошел и меня пнул. Прыжок, прыжок, прыжок. Ю-ху, стоять. Прыгаю, стоять. Прыгаю. Здесь, Аришка, тебе с доской будет очень сложно пройти. А я без доски, я сразу, если что, если вдруг погибну. А, ты ее сразу оставила? Да. А потом как ты за ней вернешься? Я опять уменьшила. Ребята, это в первый раз, когда надо бегать, и тебя в росте увеличивает, потому что печенька мутантская. Кстати, это задание на вопросы. Какая печенька мутантская? Я, кстати, в вопросах. Пока Аришка бежит, я расскажу, что за вопросы. Друзья, у нас в Дискорде постоянно происходят конкурсы. По новым видео выходят вопросы, и кто отвечает первый и правильно, получает приз от канала Папа Дочки Робаксы. Есть! Ты здесь? Да, я с доской! С доской? Я в шоке! Ой, смотри. Я в шоке, дочь смогла с первого раза пройти с доской. А здесь, ребята, хитрый способ. Мы просто воспользуемся той доской, какая у нас есть, и пройдем, бам-бам-бам. Смотри, Аришка, просто берешь и проходишь. Папа, я еще хитрее сделала. Да, я вижу, я тоже так же сделал. О, и здесь они думают, что мы здесь не пройдем. А, бламинго! Мы проходим. Очень легко. Вот доска целая, целая. Ставлю и иду по ней. Все, все, игра, мы тебя взломали с дочкой. Да. Мы, ой, тут черепушки какие-то валяются. Ой-ой-ой-ой. Что? Это будет сложно. Не, это просто надо будет стрелять в него из чего-нибудь. Я пока доску положу и возьму эту штуку. Это камень какой-то. Это базука. Все, паук. А, дед в роботе-пауке. Все упало. Без доски? Да. Молодец, я тоже доску поставил. Так, у него красная пимпочка вылетает из его робота. Это лазерный луч. Им он хочет нас уничтожить, но ничего не выйдет. Ага, по мне стрельнул, но промазал. Гранд-фа. Есть, победа! Дедок развалился. Старый пень. А, я просто бегу от него. Я здесь делаю хитрость, ребятки. Перепрыгиваю, беру доску, ставлю ее и жду Аришку. Аришо! Ариша! Я верю в тебя, дочь! Друзья, мы все верим в Аришку. Она справится. Ой, как это сложно, пойдем. Как ты это прошел? Просто бегаешь по кругу и в него пуляешь. Пиу-пиу-пиу. Вот, ребята, она носится, я бегаю за ней. За ней бегает робот невидимый. Мы его не видим, а Ариша видит. И он по ней стреляет. И там лазерные лучи. И там он бегает. И скоро у нее будет победа. И я ее вот тут жду. Доской. Ура! Ура! Где моя доска? Сначала убери базуку, нажми по ней и возьми доску. Побежали! Осторожно тут, вот не потеряй в последний момент. Уи! Ты с доской? Да! Уи, я тоже! Уи! Дед, привет! 100 лет в обед! Неужели он очухался? Он очухался! Он очухался, нет! Дед, нет, не подходи ко мне!
Нет, 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 дед! Нет! Последние секунды жизни моей или деда. Смотрите, у него прям волосы торчат из носа. Фу! Так, прыжками не надо. Просто бегу, ребят, он прям за мной бежит. Прям... Это еще не конец. Это еще не конец, но он отстал хотя бы. Он устал, пока в горку лез. Так, я пока доску оставлю. Мало ли что тут будет. Да, ты первый протестируй. Это красное озеро. Жизни не кончается, беру доску. Поплыл. Прям с доской. Какая-то странная вода тут. Может, это он здесь сделал ее такой? Он марганцовку рассыпал в озеро, и озеро стало таким вот. Все, я дошел до сюда с доской. Теперь будем делать какие-нибудь Папа, хитрости. Что? А посмотри наверх. Да, там я танцую. А там я тоже танцую. Так, хочу залезть на свою доску. Не получилось. Ты мою доску снесла. Я нечаянно. Ой. Ай! Ой. А! Все, падаешь? Да. И я упал пару раз. Ох, есть. Блин. Здесь прошел. Папа, подожди меня. Да, я наверху тебя подожду. Вдруг я еще упаду. Не-не-не, не упадешь. Подожди. С доской пройду. Есть, доска донесена. Ачивка получена. Папа радуется победе. Ждем дочку Аришку. Меня откинуло. Вниз самый? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень грустная история, дочь. Есть, ты с доской прошла? Да! Ребята, лайк нам, мы единственные блогеры в мире, которые ходят с досками. Все остальные ходят без досок. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Аришка уже улетела. Всем хорошего настроения, всем пока-пока. Всем пока! Так, доска. Сейчас я возьму скорость, джамп, цвет и доску. У-ху! Я вертолетик. Я взлетаю, я вертолетик. Ай, доска полетела. Папа, ты видишь мои штучки? Слушай, нет, я твои штучки не вижу. Я сейчас... А ты с доской бегаешь с этими штучками? Нет. Доска не берется, да, когда эти штучки? Ну, наверное. Но я не буду рисковать. Да, доска не берется. Так, я... Ладно, я вот здесь ее поставлю. Это трамплинчик.